А сейчас второй полуфинал в абсолютном весовой категории. Кузнецов Юрий против Артура Устарханова. Кузнецов Юрий в белом ги, Артур в черном. Артур представляет клуб Moscow Jiu-Jitsu. Кузнецов Юрий — Чекмат Moscow. Оба бодрые, интересные спортсмены. Ребята могли бы встретиться еще в весовой категории, но Артур Устарханов выступал в дивизионе Мастерс, а Юрий в категории Адалт. Ну, в связи с чем Артур подошел к абсолютной весовой категории чуть свежее Кузнецова. Напряжение мы видим на лице Юрия. Что же там будет сейчас? Оба спортсмена сидят, будет ли свип или что там Юра пытается вытянуть. Мне сейчас не видно, но хочется предположить, что может быть я такая терафотлок, но мне не видно, к сожалению. Артур Устарханов работает сверху, ловит футлок, не хватает контроля. Оба атлета возвращаются в стоечку, борьба за захват. Зачем я вам это рассказываю, сами все видите. Артур Устарханов пулит хавгард. Бодренько, динамично, напористо. Так, свип-переход на... Изолирует ножку. Пытался поймать футлок. Мы обменялись любезностями спортсмена. Опять поиск той холда. Снова прекрасный свип. Выход наверх. И ребята буквально за малым не скатились и не упали за пределы ковра. Надо сказать, что ковер здесь находится на небольшом возвышении, на постаменте. Вам это в кадре не видно. Но можете поверить мне на слово, когда я вас врал. Когда я вам врал. А если и врал, то что вы хотели за такие деньги? Юра Кузнецов в хавгарде снизу. Его лицо буквально выражает всю степень усталости, напряжения и ответственности в этой схватке. Артур Устарханов переводит поединок в позицию 50-50. И чуть менее 4 минут до конца матча. На текущий момент счет 2-0 в пользу Артура Устарханова. Вот сейчас совсем не видно, что там происходит. Сейчас пройду, схожу, посмотрю. Угу. Продолжается борьба 50-50. Идеальная позиция для того, чтобы обмениваться баллами. Два в одну сторону, два в другую. Но пока этого не происходит. Ребята аккуратничают. Два спортсмена, оба спортсмена достаточно опытные компетиторы. Вот так вот Юра пытается заработать два балла. Пока не получилось. И рефери не считает, что это движение было хотя бы достойно адвентеджа, то есть одного балла. Не дается. Ах, да. Вот Александр, главный судья соревнований, Александр Шанс, поправил меня, что какие черт адвентеджи 50-50. В общем, в очередной раз ткнул меня носом в мои же тапки. А они сегодня уже не свежие, я весь день на ногах. Две минуты, 21 секунда до того момента, как мы определим, кто из спортсменов выйдет в финал сразиться с Эльдаром Саидовым. Кто откусит свой куш от призового фонда категории. Напомню, что призовой фонд категории 150 тысяч рублей, 100 из которых заберет обладатель золотой медали, 30 обладатель серебряной и 20
спортсмен, вырвавший третье место. Прекрасный переход по классике буквально Рацина Матеоса был на рычаг локтя, но он не пошел тут же. Смена атаки на той холд. Но схватка продолжается все в той же позиции 50-50. Артур выглядит как будто чуть активнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Это у меня сейчас колено заболело, когда я на Юру посмотрел. Чуть больше одной минуты до конца матча. Счет по-прежнему 2-0 в пользу Артура Устарханова. За второе место Валерий Руслан. Первое место Кан Клин. Fight! Итак, Юрий встает. И что, отыграет 2 балла или нет? Вот это вот интересный момент. Вот 3 секунды, и если Артур там запулит гард. Второе место, Валерий Руслан. Что будет? Что будет? Такой, может быть, решающим моментом в этой схватке, на самом деле. Вот эта сцена может быть решающим моментом в этой схватке. 36 секунд до того момента, как рефери закончит матч. Опа! И это... Ну, давайте посмотрим. Сейчас Андрей поднимает 2 пальца. Поднимает ли 2 пальца Андрей? Два балла у Юрия Кузнецова. Счет 2-2. Напомню, друзья, что по правилам EGP выигрывает, при равном счете выигрывает тот атлет, который последний заработал свои баллы. И вот здесь вот эти последние 15 секунд просто рубилово мочилово. Да. 10 секунд до конца матча. 10 секунд до конца матча. Юрий Кузнецов выигрывает этот матч и еще переходит на рычаг локтя. Да чума. Друзья, не поверьте, но вообще сегодняшний ивент, сегодняшний чемпионат был полон сюрпризов. Мы, когда ехали на этот турнир еще в машине, начали предполагать, а вдруг вот было бы круто, или вдруг вот так, а вдруг вот так, а вдруг будут какие-то сюрпризы. Но мы даже не могли предположить тот объем всех сюрпризов, апсетов и истории Золушек, которые сегодня случились на чемпионате. И обязательно посмотрите ньюзости, об этом мы во всем расскажем. Дофига интересностей. Просто дофига интересностей. Так, пока Артур Устарханов не удовлетворяется решением рефери, вынужден привлечь главного судью, пообщаться, решить вопросы. Наверное, все вопросы решили. Обошлось без драки. Хотя, ну, о чем я говорю, это же невольная борьба. Здесь все ребята культурные. Ну, или пытаются таковыми казаться. Итак, финал абсолютной весовой категории. Выходят Эльдар Саидов, клуб «Агат», и Кузнецов Юрий, клуб «Чекмат Интернешнл».